Всем привет! Недавно я задумался о смене бритвы, своей электробритвы Philips, и ровно в этот же момент ребята из Philips написали: «Привет, чувак, у тебя же есть борода, не хочешь ли ты затестить наш новый OneBlade?» Что такое OneBlade? Ребята из Philips говорят, что это не бритва, это OneBlade. И сейчас вот будем разбираться и смотреть вообще, что да как, к чему, почему же это не просто бритва. Изначально это электробритва, да, то есть учитывая совсем небольшие размеры, на самом деле, ну, мой предыдущий Philips был раза в два больше. Вот. Он остается достаточно небольшим, с прорезиненным покрытием, то есть эту штуку вполне можно использовать даже в душе. Заливать полностью водой его нежелательно, но при этом он вполне влагостойкий. Аккумулятора хватает примерно на 45 минут. И это вполне неплохое время для бритвы, которая работает без подключения к сети, я считаю. Что дальше из его фишек? У него специальное сменное лезвие. Да, оно меняется, оно живет где-то 4 месяца, и оно отлично, просто отлично справляется со своей работой. Чуть позже покажу и расскажу это. Кроме всего, к нему идет набор насадок 1, 3 и 5 миллиметров для классной щетины. То есть он, ну, достаточно равномерно. Действительно, я вот чуть раньше испытывал, сейчас не получится показать, потому что не успел так зарасти. Но до 5-миллиметровой насадки я не дорастил. Вот, 3 миллиметра работает отлично, 1 миллиметр также остается совсем маленькая, аккуратная, очень равномерная щетина, что очень круто для триммеров, потому что частенько возникают такие проблемы, что на всяких изгибах длинная щетина. Ну, в общем, мужики, которые пользуются триммерами, вы меня поняли. Да. Так что из его функций это триммер. При этом это отличная бритва. То есть он, ну, хорошо бреет и просто щетину. При этом делает это как и на сухую, так и можно, типа, делать это с использованием различных пенок. Как вам комфортнее. Можно просто зайти в душ и побриться. Это очень удобно. И кроме всего, режущая кромка, вот эта тонкая, отлично подходит для моделирования, то есть как стайлер, который оставляет ровные и четкие грани. В комплекте он идет с зарядным устройством, таким вот маленьким колпачком, который просто надевается на лезвие, чтобы его не повредить, если ты куда-то переезжаешь, и набором вот из трех таких насадочек, которые, собственно, и выполняют роль триммера. В качестве теста для него я подготовил самое сложное, в принципе, наверное, занятие для любой бритвы. Каждый знает, что самое вот отвратное, с чем только можно бороться, это вот такая вот одна-двухдневная щетина, то есть вот мелкая-мелкая, которую зачастую многие бритвы даже не цепляют. Вот, у электробритв многих вообще остаются такие проблемы, что как бы ты старательно не боролся с щетиной, но какие-то там полмиллиметра или 0,4 останется, и если тем более у вас она темного цвета, это будет заметно. Но сейчас я отойду буквально на пару минут и покажу, как OneBlade расправится с вот этой вот двухдневной небольшой щетиной. Видео я, конечно же, обрезал, но на самом деле прошло действительно несколько минут, потому что бритва справляется со своей работой отлично, и достаточно лишь пару раз провести по коже, и даже самая такая злостная, мощная щетина сдается перед ним. Ну и думаю, даже на вебку заметно, что изменения есть, и на самом деле из всех электробритв, которыми я пользовался, OneBlade, ну, когда я воспользовался первый раз им, это, ну, я был прям впечатлен, очень сильно впечатлен, потому что впервые электробритва на сухую, без всяких там гелей, пенок, настолько гладко и ровно разобралась с моей достаточно жесткой такой мощной щетиной, с которой как бы не всегда разбираются даже бритвы с лезвиями. Так что, ну, собственно, результат налицо.
А исходя из того, что я лично могу о ней сказать, эта штука меня вполне впечатлила. Я думаю, еще прикуплю у них несколько штук, чтобы подарить там отцу, друзьям, потому что подарок действительно полезный. Она портативная. Я вот сейчас из Киева перебрался в Краматорск, закинул ее просто в рюкзак. Он вообще маленький, незаметный. Зарядку я с собой не брал, потому что я зарядил перед отъездом, и хватает его на 45 минут. То есть это раза, ну, как минимум раз 5 побриться хватит точно. Лезвие еще точно не могу сказать по поводу срока, сколько оно работает, но на сайте заверяю, что 4 месяца он работает просто отлично, потом качество, конечно, меняется, чуть-чуть становится хуже, и можно как бы для большего качества его стоит все же заменить. Вот, по поводу работы триммера, ну, четкие 4,5 из 5, если даже не 5, потому что вот этот набор насадок плюс головка, которая двигается, позволяет сделать отличную, ровную, равномерную щетину, что важно, особенно если она плотная. Ну и в целом, OneBlade клевый.